Пихай обратно. Какова ее насадная бутылка? Придет сейчас еще раз. Я представлю, я говорю. Говори слово. Ну что ж, на этой торжественной ноте я бы хотела представить человека, который удостоился чести сделать то, что не сделал никто другой на этом голубом огоньке. Очень торжественный момент. И наш горячий гость из пламенного Тбилиси, Сергей Тормозов. Совсем Дубль два. На этой торжественной ноте я бы хотела передать слово человеку, которого мы так ждали и даже переждали некоторый момент торжественный. Я ж теловато тебе, это что ж ты творишь-то со мной? Итак, слово предоставляется нашему горячему гостю из пламенного Тбилиси, Сергею Аганову. Добрый вечер, дамы и господа. Это не реклама советского шампанского. Это, правда, тост. Я хотел бы сказать о Новом годе, но это довольно сложно, потому что кругу друзей хочется сказать немножко шире, красивее, интереснее. И тем не менее, Новый год на носу, как говорят в простонародье, и слово «Новый год» всегда означает что-то новое, что-то интересное, что-то новое в плане счастья, что-то новое в плане осознания, что-то новое в плане вообще дальнейшего, то, что будет происходить в нашей жизни. Я хотел бы пожелать в Новом году всем, конечно же, того, что они до сих пор искали и не нашли, конечно, того, что они хотели бы сделать и не сделали. Конечно же, тех людей, которых они, опять же, не нашли и не приняли в своей жизни. И, наверное, как и водится в каждый Новый год, оставить все плохое и все ненужное, все абсолютно мешающее в жизни в старом, в том старом году, который будет уходить и который мы будем провожать, встречая Новый год. Всем вам счастья, всем вам любви, всем вам настоящего жизненного кайфа и полной гармонии с собой и с окружающим миром. Поздравляю вас с Новым годом. Ура! Нормально! Так, Нового года ты говоришь, пусти. Можно я предложу одну вещь в качестве замечательного момента? Посмотрите, у нас совершенно четко у нас поздравление президента произошло. В формате 2-3 секунд после каждой на одном и том же месте, по-моему, смонтирует, прям пим-пим-пим-пим-пим-пим. Я поручаю. И скажет... Ну, таскай зеленый лик. А ты, блядь. Нет, ну, скажи.